учились с утра до вечера 2 недели и сейчас готовы продемонстрировать полученные знания. 28 студентов Северо-Западного политехнического университета завершили обучение в летней международной школе по 2 направлениям – русский язык и культура и производство и испытание двигателей летательных аппаратов. И готовы продемонстрировать знания. У вас есть сок? Нет, у меня нет сок. У вас есть молоко? Да, у меня есть молоко. По вечерам после занятий студенты отправлялись на экскурсии по городу, побывали на площади Куйбышева и на набережной и даже спустились в бункер Сталина. По итогу хочется сказать, что все прошло на высшем уровне, даже лучше, чем мы рассчитывали. Студенты, которые к нам приехали, оказались с очень хорошим уровнем, и интеллигентные, и умные, и готовые получать новые знания. I like here very much because... Мне понравилась очень Самара. Тут хорошая погода, и было очень много радостных моментов. Мне очень понравилась учебная программа, были прекрасные профессора. Также мне понравилось проводить время с волонтерами. Мы играли в разные игры, и очень мне понравился квиз. Сотрудничество Самарского университета с китайским длится много лет. Но в последние годы из-за пандемии его поставили на паузу. И вот после 3-летнего перерыва сотрудничество возобновилось. За лето в Самарском университете получили знания 3 группы студентов из Китая. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.